22 октября в актовом зале Института международных отношений КФУ прошла лекция на тему российско-индонезийские отношения. Главным лектором стал чрезвычайный полномочный посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь Вахид Суприяти. На мероприятии были рассмотрены основные вопросы по поводу стратегического партнерства Индонезии и России. На лекции студенты смогли подробнее узнать о том, как начинались и развивались международные отношения России и Индонезии. Здесь рассматривались экономические, торговые, инвестиционные, образовательные, медицинские и другие аспекты. Анжелика Савельева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.